и теория, но еще и как бы применять в жизни для того, чтобы смотреть, как это работает. Потому что я сама, ну, то есть на себе очень много всего прожила, прочувствовала. И знаю, что только практика дает, только опыт дает вот этот вот кайф, наслаждение, удовольствие. Этим и прекрасен курс, потому что на курсе именно практики, практические задания, упражнения. Мадин, а расскажи, пожалуйста, как ты, вот, если не секрет, ну, я-то знаю, но вот для подписчиков, как ты пришла к тому, чем ты сейчас занимаешься? Вот, просто кратко, если. Это Ну, если кратко, удивительный да. путь девочки. Но это очень на самом деле такой сложный путь. Это созависимые отношения, это очень много стыда, это очень много травм детства, которые, конечно же, приводили меня к психологам постоянно. Ну и, соответственно, сексуальность я изучала, потому что мне всегда была тема сексуальности интересная. В теме насилия этого очень много было, да, в многих детских вообще историях и рассказах. Ну и также я, когда я лежала в инвалидной коляске и еще и плюс потеряла сына, похоронила, мне было очень сложно. И я находила, как знаешь, вот это вот отдушина, может быть, психологии, изучала себя, почему я так реагирую, почему мне больно, да, мне было это очень интересно исследовать, и, соответственно, я вот ушла так, настолько глубоко, что изучила и системно-векторную, и психотерапию, и психологию, и гештальт, и сексологию, остановилась на сексологии и гештальте, потому что это то, что я применяла, это такие настолько важные рабочие инструменты, которые помогали мне справляться с той же самой онкологией, да. Ну вот после многих беременностей у меня возникла предраковая, потом пошла стадия, и мне пришлось очень много работать со своим здоровьем, со своим состоянием. И в этом мне, конечно, помогает мое развитие психологическое, физическое. Это очень мощный инструмент. А, Мадина так вкратце сказала, как будто, ну, не придавая важности, да. А, на самом деле у Мадины было, можно я расскажу про выкидыши, да? Вот. Ну, как бы она мне это рассказывала, сказала, что можно, конечно, да. А, просто к чему я это говорю? Чтобы вы знали вообще о человеке, который будет вам преподавать, который вас будет учить, который сама прошла весь этот путь, похлеще вашего, то есть ее настолько жизнь била, чтобы вы понимали, что человек не просто за деньгами в эту сферу пришел, да, а потому что он действительно хочет помочь обществу, таким же женщинам. Она в прошлом жертва насилия, у нее было 8 выкидышей, двое детей у нее погибли. А, плюс у нее были проблемы с мужем настолько, что она оказалась в инвалидной коляске. То есть, ну, когда муж тиран, вы представляете, да? А, потом после этого, значит, у нее был рак. То есть она очень многое пережила. И я хочу, чтобы для вас было ценностью то, что вы услышите на курсе, потому человек сам себя проработал, сам себя прокачал в этой сфере, понимаете? Вот что я хочу сказать. Мадиночка, а ты Спасибо красавица. большое. Ты красавица, на тебя посмотришь, вот клянусь. Наверное, девочки сейчас сидят в шоке. Вот посмотришь на тебя и ни за что не скажешь, что у тебя было такое тяжелое прошлое. Но несмотря на это, да, у тебя сейчас трое деток. Да. Муж. То есть, Да. когда человек себя проработал, Ну и внук мой любимый. внук, она бабушка, вот, Да. недавно стала. Да, то есть, у нее дочь, она замуж вышла, родила внука. То есть, по ней даже не скажешь, что она бабушка. Вот. Спасибо. Да. Спасибо. Так что Спасибо. подписывайтесь на Мадиночку, в шапке, в сторисах я оставляла ее аккаунт. Если у вас есть запрос, огромное желание меняться, да, делать
срочно переходите в шапку моего профиля. Там есть ссылка на регистрацию на мой курс. Мы начинаем уже через 2 дня. Потом вы уже не сможете вступить. Я вас, и не говорите, что потом я вас не предупреждала. Я вас предупреждаю. Угу. Да, конечно. Ценность курса огромная. Спасибо тебе. Да. Девочки, спасибо вам за внимание. Надеюсь, был полезный прямой эфир. Вадиночка, спасибо тебе за то, что поделилась ценной информацией. У многих на самом деле такие проблемы. Вот, что скрывать-то? Есть такие проблемы. Да, да. Вот, и все это мы будем решать прямо на моем курсе «Перезагрузка». Присоединяйтесь. Все? Благодарю, Алия. До встречи. До встречи на курсе. До встречи. Пока.